читал новости русского шоу-бизнеса, говорил себе, ты выше этого, не реагируй. Но все-таки скажу, Тимати, знаю, что две твои дырки уже давно заняты. И не понимаю, как ты нашел время, чтобы освободить свой рот и предъявить ко мне какие-то высказывания, когда ты видишь, как граждане Российской Федерации, солдаты, убивают украинских людей, детей, крушат города. Поэтому лучше сиди молча, соби свои две дырки и иди спасай свою полубанкротную компанию и жарь свои бургеры. И хватит сыпать свои угрозы. Ты ничего из себя не представляешь без помощи своих папиков. Что там еще? Слава. Слава, ты лицемерка. Не так давно пела мне оды любви, а сейчас открыла рот и воняет. Если ты так гордишься тем, что делает Россия с Украиной, садись на медведя, скакай в Сибирь, бей в грудь и кричи «Россия, матушка!» Тебе это подойдет. Яна Рудковская. Яночка, мне кажется, ты уже давно не видишь ничего, кроме логотипов Луи Виттона. Очнись, ты же умная женщина. Уже сдала в аренду каток, уже уехала из России. Как так? Вы же патриоты все. Куда же вы бросаете родину? Скоро китайская партия Луи Виттонов должна прийти в Россию, хотя это не факт. Бузова. Леди Бу. В Дубаях тоже улетела. Спасибо Инстаграму, что он избавил нас от твоего присутствия, от этого нескончаемого потока ненужной никому информации. А ты сиди там и верь, что все твои боты перейдут из Инстаграма в Телеграм, что маловероятно. Я хочу поблагодарить каждого русского артиста, который выступил в поддержку Украины. Спасибо вам огромное. Это очень важно. Это важно для Украины, для украинского народа. И мы смело можем назвать вас братьями. А все молчаливые, удачи вам и успехов.